И снова здрасте, мои зрители и подписчики. Вот и наступило 1 апреля 2016 года. В Одессе началась юморина, или как назвали ее в этом году, комедиада. Но мы-то с вами знаем, что переменными словами сумма не меняется. Все нормальные, коренные одесситы, живущие в центре города, предпочитают в 1 апреля два варианта развития событий. Первое. Это закрыть все окна и двери и не выходить в этот день никуда и ни за что. Второе – уехать на дачу. Это самый любимый вариант одесситов. Я же, как все одесситы, предпочитаю или пересидеть этот день дома, или так уж сложились обстоятельства, что дачи у меня нету. Так вот, или в этот день набрать полную торбу еды и утром уехать на пляж, не городской, и приехать чем позже, тем лучше. Но в этот раз я изменила своим детским привычкам. Выйдя на улицу, я ринулась в толпу снимать видео, чтобы хоть немного показать вам, что такое юморина, комедиаду, ну или проще говоря, 1 апреля в Одессе. Надеюсь, что у меня хоть чуть-чуть да получится, а вам хоть чуть-чуть да понравится. Немного о 1 апреле в Одессе. В Одессе 1 апреля начинается так. Толпа на 80%, состоящая из приезжих, уже в 6 утра начинает стягиваться к центру города. К обеду по центральным улицам невозможно пройти в том направлении, куда вам надо, так как толпа подхватывает вас и несет туда, куда ей надо. В этот день на Дерибасовской, в городском саду и на Приморском бульваре вы сможете купить любой товар на любой вкус, но в 3 раза дороже. Спешите купить сегодня, потому что завтра будет в 3 раза дешевле. Во время гуляний вас все время будут толкать, пихать, давить, кидать вам под ноги петарды, бить по голове воздушными шариками, свистеть вам в ухо. На встрече вам будут попадаться люди разных возрастов. У них будут разрисованы лица, маски, ушки, рожки, носики. Они будут одеты в карнавальные костюмы. Вечером будет концерт и салют. По окончанию салюта уже пьяная толпа начинает разъезжаться каждый в своем направлении. И вот вы поздно вечером возвращаетесь домой весь в синяках, так как вас целый день толкали, с больной головой, потому что целый день шарик в голову, свисток в ухо. Но это еще не все. Не удивляйтесь, если обнаружите, что кошелька, часов, цепочки у вас уже нет. Что вы хотите? Вы таки в Одессе. Но все-таки никого не слушайте, и меня тоже. И приезжайте 1 апреля в Одессу. И будьте здоровы, не кашляйте. Следующее видео, и вы увидите ту самую комедиаду.